Русский лен. Издавна славится им псковская земля. Выведению новых сортов льна Анатолий Александрович Слинин отдал более 50 лет. На полях областной опытной станции он создал 13 новых сортов. Сегодня Анатолий Александрович продолжает работу со своими учениками и помощниками. На этой делянке выращены семена нового сорта К6. Он хорошо зарекомендовал себя, и поэтому его ждут во многих хозяйствах области. Страна высоко оценила работу псковского селекционера. Недавно ему присвоено звание Героя социалистического труда, а ученая степень доктора сельскохозяйственных наук была присуждена без защиты диссертации. Анатолию Александровичу Слинину 76 лет, но он все так же неутомим, все так же полон энергии и сил.